Дайджест недвижимости. У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Четверть платы за капремонт не удается собрать. По данным на октябрь, собираемость составляет сейчас 74%. Такую информацию озвучил гендиректор Кировского фонда капитального ремонта Павел Сысоев на заседании комитета УЗС по ЖКХ. По его словам, сейчас фонд собрал порядка 800 миллионов рублей. План на этот год – 1 200 000 000. Дайджест недвижимости. Оксовитек устроит распродажу квартир. В преддверии самого пугающего праздника строительной компании приглашает всех желающих на Хэллоуин-уикенд. 30 и 31 октября Оксовитек проведет беспрецедентную акцию. Квартиры и офисы будут продаваться со скидкой до 350 тысяч рублей. Стоит отметить, что все цены будут действительны при заключении договора только 30 и 31 октября в офисе отдела продаж, без участия посредников и агентств, и при 100% оплате до 6 ноября. При покупке любого офиса по уникальной цене 36 тысяч рублей за квадратный метр в дни акции вы можете оплатить всего 50%. Остальное оформляйте в рассрочку после сдачи дома под 15% годовых на полтора года. Размер ежемесячного платежа должен быть не менее 60 тысяч рублей. «Черная пятница» от «Оксовитек» – лучшая возможность купить квартиру по лучшей демпинговой цене в теплом кирпичном доме в лучшем районе города. Поэтому занять очередь советуют уже сейчас. Записаться можно по телефону 205-701. Подробности на сайте oksovitek.ru и по телефону 205-565. Дайджест недвижимости. Строительство дома в Нововятском районе по адресу Орджоникидзе 2Б завершится в этом году. Об этом сообщили в Кировской региональной ипотечной корпорации. Сейчас в свободной продаже остались 1- и 3-комнатные квартиры. Помимо низкой цены за квадрат от 36,5 тысяч рублей, в Крике предлагают также выгодные ипотечные программы с низкими ставками и даже варианты зонирования и дизайна квартир. Молодежь региона может воспользоваться программами поддержки молодых семей и молодых специалистов. Проектная декларация, подробная информация и онлайн-консультации на сайте ипотека43.рф. Телефон для бесплатных консультаций 25 10 10. Средняя цена квадратного метра в кировских новостройках, по данным агентства Роснет.ру, за сентябрь составила 40 970 рублей. За год она снизилась на 3,5 тысячи рублей, то есть на 7,5%. Для сравнения, инфляция за этот период составила 14,5%. Дайджест недвижимости.